Привет, друзья, с вами Юрий Тиктакмир. Всем спасибо за то, что участвовали в фонде для розыгрыша крутых часов. Объявляется вся эта канитель закрытой. Удаляем с вами ролик в прямом эфире на канале, вы его больше не найдете. И все, удалены. Даже жалко как-то. И давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Итак, я насчитал 30 переводов пришло. Тут немножко моих денег, конечно, было, но вот так вот. Значит, 7 марта мы объявили обо всем, пошли денежки. И по 24 марта полностью шли пополнения. В итоге где-то 700 набралось. Было 400 рублей моих примерно. И плюс 5000 рублей от меня. Итого 12 тысяч рублей, я думаю, можно купить вполне себе хорошие, даже не только G-Shock, но и протреки, да и вообще, в принципе, хорошие часы можно выбрать. С победителем мы обсудим, кто же выиграет. Итак, здесь 30 человек. Будем, как мы с вами поступать. Есть сайт random.org. Вводим количество участников. 30. Так, максимум 30, это не то. Минимум 30. Так. Максимум 30. А, нет, стоп, минимум 1. Да, все, запутался. Давно розыгрыш не проводил. Конечно, косяк с моей стороны. Итак, минимум 1 участник, максимум 30. И давайте, учитывая, что сегодня 1 апреля, ну пусть выпадет 1 апреля, 1 и 4, 5, пусть выпадет 5 участник. 5 будет победителем и выиграет крутые часы, на которые мы с вами насобирали. Итак, поехали. 1, 2, 3, 4, и вот он победитель, номер 14, о-хо-хо, фанфары. Так, давайте теперь считать. Так, вот оно пошло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, двенадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 10 марта в числе первых. Итак, Кудряшов Алексей Валентинович. Алексей Валентинович, поздравления. Поздравления огромные. Вы победили. Скоро с вами по e-mail свяжусь и выберем с вами подарок. Но, друзья, это не все. Я хочу ваше внимание обратить на людей, которые прислали, смотрите, 980 рублей раз. Вообще пополнение было 1000 рублей, но комиссия платежной системы. Далее 980 рублей 2 и 995 рублей 3. Три человека прислали по 1000 рублей. Я как-то не хочу его обидеть, поскольку все равно люди, ну, выложились, красавчики. Давайте мы между этими тремя также проведем небольшой розыгрыш и подарю я вот такие часы Casio настольные с будильником, с подсветкой, с термометром. Я думаю, в хозяйстве пригодятся, в любом офисе за здравствуй зайдут. Хорошая вещь. Смотрите, и подсветка, и термометр, и будильник, и вечный календарь, и, в общем-то, даже акриловое стекло. Короче, нормальная вещь, я считаю. 10 на 10 примерно размер себе представили. Итак, трое участников. И давайте нажмем 3 раза. Пусть выпадет третий участник. Считаем мы с вами снизу, опять же. 1, 2 и 3. Выпал номер 1. Я не знаю, это честно или нет. Может быть, как бы глупо. 3 раза, 3 участника. Давайте, наверное, сделаем все-таки иначе. Давайте обновлю я вот этот сайт и нажму один раз, пусть выпадет тот, кто выпадет. По вам номер один. Все равно номер один выиграл, это судьба. Итак, номер один. Где ты тут у нас? Покажись. Вот ты тут у нас. Это, друзья, Андрей Маратович. Андрей Маратович, очень рад за тебя. Знаю лично практически. Все, с тобой тоже свяжусь. И чтобы не было обидно, опять же, двум другим участникам достанется отвертка часовая. Для укорачивания браслета, я думаю, хозяйство точно пригодится. И также я хотел бы отметить, здесь вот где-то был платеж. Вот, пожалуйста, на 500 рублей Андрей Валерьевич тоже часовую отвертку от меня с удовольствием отправлю. С вами всеми, ребята, свяжусь. На этом все. Всем спасибо. Все красавчики. Спасибо за участие. Можем такую вещь замутить на постоянной основе. Что вы об этом думаете, как вообще относитесь? Можем, я не знаю, на часовом форуме разместить эту информацию, чтобы было больше участников.
Сейчас было 30 участников, если будет 300, ну представьте, какие можем часы купить. А не замахнуться ли нам на ролик, друзья, как говорится? Все, благодарю всех, сегодня этот ролик выйдет, 1 апреля он обязательно выйдет. Всем напишу, и все, носите хорошие часы, всем пока.